Хельсинки реально красивый европейский город. Но что делает красивым вообще вещь? Отсутствие, ничто. Их пустота делает их красивыми. То есть подлинно прекрасно лишь ничто. Das nichts. Лишь отсутствие и боль, вытекающая из этого отсутствия. В чем мое превосходство? В моем отсутствии и в воле, которая возникает из этой пустоты, из этого ничто. Так учил великий Рамана Махарши, так учил Шопенгауэр, так учил Будда. И это лишь ничто, пустота. Вы существуете, меня не существует. В этом мое превосходство. Осознание, что есть все, что ничего нет, что ничто все, и что все не существует. Оно лишь отсутствует. Или же отсутствие властвует. И лишь когда вы познаете, что вы ничто, вы пустота, и что вас не существует. Чарва Калакаята, вот истинная философия. Она Дышанти перед смертью говорил, что Чарва Калакаята это самая трезвая философия, потому что она нигилистична. И она очень трезвая в своей чистоте. Она отрицает бессмертие, она отрицает душу. Нет никакой души. Нет никакого бессмертия. Чего вы цепляетесь за это? Ваша жизнь – ничто. Она никому не нужна. Ни родным, ни близким. Они тоже ничто. А их тоже не было никогда и не будет. Вот. Существует лишь власть пустоты. Власть вот этого вот ничто. Это воля, которая возникает из мысли отсутствующего гуру. Отсутствующего гуру Артура Шопенгауэра.